Виктор, а куда Виктор вы сейчас? Васильевич, куда направляетесь? Жениться поеду. Куда поедете? Жениться. Жениться? Да. На ком? Нашел я себе бабушку молодую. Бабушку молодую нашли? А где успели? Где нашли бабушку молодую? Там, в третьей дороге. Виктор Васильевич, будете детей своих разыскивать? Обязательно. А с девушками, которые жили в бункере, хотите встретиться? Конечно, желаю очень. А что вы им скажете? Я у них прошу прощения. Попросите у них лично прощения? Да, да. Виктор Васильевич, вы сказали, что знаете, когда этих девушек какой-то компромат. Что это такое? Никакого компромата нет. Я к девушке отношусь с уважением, попросил у них прощения, никакого компромата нет. Все. У меня только один вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы доехали до суда? Можете свой маршрут рассказать нам? Я на самолете. А вы были? На самолете? Да, Докуда вы летели? До Москвы. А потом? А, вы были? А потом? Из Москвы вы были как на вы передачу? Сюда доехали? Потом такси. Правда, что вы были на передаче? Нет. Скажите, вы сказали, что вам заплатили около 3 миллионов? Аккуратнее, аккуратнее автомобиль. Это правда? Полный мешок денег привез. Да? Сколько? Полный мешок. Как планируете их потратить? Как планируете их потратить? На юг поеду. А? На что? На юг. На юг поедете, а куда? Все, до свидания.